субботу в Самарской области солнечно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 17, плюс 19 градусов. Ночью 8-10 выше 0. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. В Сызрани ясное небо, днем плюс 17, ночью плюс 8, южный ветер 4 метра в секунду. В Тольятти безоблачно, днем 18, тепла, ночью 10 выше 0, ветер юго-западный 5 метров в секунду. В Самаре солнечно, днем плюс 18, ночью 10, тепла, ветер юго-западный 4 метра в секунду, атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 37%, геомагнитное поле спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.